Привет, друзья! Сегодняшний обзор я хочу посвятить кукле Твайли из серии «13 желаний». Все куклы этой серии выполнены в больших коробках. Как вы видите, это англо-американская версия. А во французской версии написано «Suet». То же самое, что на английском «wishes», то есть «желание». Говорить я много не буду, так как можно все увидеть на задней стороне коробки. Но могу сказать, что кукла выполнена очень красиво. Давайте откроем. Да, кукла красивая. Правда, немного необычная. Вся фиолетового, голубого, синего. Но руки у нее серые. На этом я прощаюсь с вами. Смотрите мои новые выпуски. Be cool and crazy. Пока!